В республике подводят предварительные итоги социально-экономического развития муниципалитетов. Сегодня о проделанной работе и планах на Новый год премьер-министру Чувашии рассказали глава администраций Канашского и Бресинского и Вурнарского районов. В Вурнарском районе, как и планировали, ввели 12 тысяч квадратных метров жилья, в основном за счет индивидуального жилищного строительства. Предоставили участки 28 многодетным семьям, более 100 еще остаются в очереди. Собственные доходы составили 229,6 миллионов рублей. В основном все показатели выросли, кроме ниже уровня 2018 года у нас поступили госпошлины на 86%, земельный налог на 15,1%, воздействие на окружающую среду, негативное воздействие 28,7% и штрафы 34,1%. Причина по госпошлине у нас функции переданы сельских поселений нотариусам, поэтому это снизилось. Земельный налог недопоступил 2,2 миллиона рублей. Накануне подвели предварительные итоги социально-экономического развития Алатырского, Аликовского и Батревского районов. Второй год подряд подобные совещания проводятся в преддверии ежегодных встреч руководителя региона с активами муниципалитетов, чтобы сформировать актуальную повестку.